Вот опять! О чем это я? Ты стал доверенным советником Одина. Ага. Я не был совершенством, парень, но я был умен. Даже слишком умен. Почему Один так на тебя разозлился? Долгое время я просто помогал Одину. И это у меня получалось блестяще. С годами я стал больше думать о мире, и моей задачей стало сдерживать Одина. В другой раз продолжим.
Ты вроде как знаешь Брока и Синдри. А, братья Хультры. Кто ж их не знает? Они всем известны. То есть печально известны. Они создали Мьёльнир, великий молот Тора. Самое страшное оружие асов. Проклятие великанов. Они сделали молот Тора? Я думал, они против асов. Ну, сейчас-то да. Но это было давно. Они зарабатывали себе репутацию. Хотя в тот раз перестарались, я так считаю. Thank you.
Погоди, Мимир, как ты назвал Брока и Синдри? Братья Хультры? Ага. Но они же гномы, да? Да. А Хультры — духи леса. Да, красивые соблазнительные духи леса. И почему ты назвал Брока и Синдри Хультрами? Я вот сейчас понял, что это неподходящая история для невинных детских ушей. Ну и ладно. Thank you.
его съел. Ты начал с того, почему Один разозлился на тебя. Я изменил взгляд на службу Одину. Защищать от него самого. Я служил миру, но и Одину тоже, это правда. Но он счел это предательством. Он мне больше не доверял, но и терять мой ум не хотел. Поэтому он заключил меня в дерево, стал приходить и пытать меня. Хорошо, что пришли мы и отрубили тебе голову. Да, парень, уж я-то как рад. Приготовься! Исцели себя! Я готов! Я готов.
еще одна карта. Что там про великана с восемью руками? Его звали Старкат Могучий. Если бы великаны однажды создали армию, Старкат бы вел ее. Впрочем, последнее замечание мне стоило бы держать при себе. Но я был советником Одина. Я дал совет, и его уже было не отговорить. Судьба Старката была решена. Но даже Тору хватило ума не вступать со Старкатом в честный бой. Нет, вместо этого асы распустили во всех мирах слухи о Старкате, будто он чудовище, которого стоит бояться. Говорили, будто он похитил королеву эльфов, и та покончила с собой, лишь бы великан ей не овладел. Вранье, конечно, но тебе еще рано об этом знать. В другой раз продолжим.
уже можно идти. Живой? Следи за ним! А может, закончим историю? Асы распустили слухи, порочащие честного великана Старката. В итоге это дело затронуло как ванов, так и армии Мидгарда. Окружив Старката, они осыпали его стрелами, пока тот не упал на колени. Он сдался, надеясь восстановить свое честное имя. Тор воспользовался моментом и оторвал Старкату одну из рук, а потом еще одну и еще, и так, пока не успокоился. Потеряв 6 рук и слишком много крови, Старкат пал на поле боя. Я до сих пор об этом сожалею. Я знаю, что ничего не мог поделать, но надо было хотя бы попытаться. Ха! 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 Ха!
Назад! Трума! Которой здесь нет. Тебе еще что-то нужно? Нет. Хорошо, что вы помирились. А, ну да, про вас то же самое можно сказать. А. Я, наверное, немного возгордился. По-моему, так он должен был это услышать. Все равно. Мне жаль, что я так с тобой разговаривал, Синди. Ты меня простишь? Уже простил. Я же говорил, все улажено. Давай дальше работать, пока я... не расчувствовался. Скорее. Ну и это все? Трей, сюда! Да, отец!
арматура. Вот она. Мы вошли. А где это мы? Я знаю не больше твоего, братец. Лиоста! Древо! Мы под залом путешествия между мирами. Но почему потолок внизу? Эти двери, похоже, копии тех, что наверху. Наверх. Тюр использовал ту же магию для защиты черной руны. Возможно, то, что нам нужно внутри. О, рядом с дверью в Йотунхейм. Любопытно. Но достанем ли мы? Не отсюда. Так, комната внутри комнаты. Гобелены. Наверное, тоже великаны делали. Похоже, что Тюр был у них в большом почете. Ого! Кто это? Сын, эта руна значит Йотунхейм. Ну да, смотри. Мы по ту сторону двери. Дверь наоборот. Что скажешь? Отойди. Ладно. Движется! Что движется? Все! Удивительно. Вся комната стоит на какой-то оси. По обе стороны цепи, а без них... Можно повернуть храм. Ладно. Повернуть? Давай, читай. Первого раньше, последнего позже, пуста середина и тени нет тоже. Зловеще. Сын, на статуях. Вижу, это бездна. А, я хотел сказать пустота. Пиши.
Аутер. Ты уверен, что нам нужно именно повернуть храм, чтобы попасть куда нужно? Ты сказал, что мы пройдем здесь. Храм можно повернуть. Поэтому мы поворачиваем храм. Железная логика. Не знаю, что будет, когда мы перевернем зал, связанный с восьмью мирами. Это любопытно, но вряд ли это доставит нас в Йотунхейм. Я бы рискну. Хотя не знаю, может, вы с Тюром одинаково безумны? Это что, армия статуй? Не думаю, что они оживают, если ты об этом. Тюр считал, что в его мире солдатами должны быть только статуи. У него доброе сердце, конечно, но ни капли самоиронии, правда? Еще один. Тут сказано Бергельмир. Мама говорила, это король великан. Да, так и есть. И не просто король. У него была куча детей. Это, малыш, еще очень мягко сказано. Он мертв, но его никто не убивал. Великаны умирают от старости? Иногда. Но это редкость, почти сказка. Эти ловушки. Я тут подумал, может, меня пока мальчик понесет? Ну нет, ты же все пропустишь. Тебе ведь не нравится, да? Пора тебе действовать, брат. Оставьте их в покое. Но это явно не про нас.
Уходи! Yeah.
Thank you.
еще вторая цепь. Это другой. Разнообразие – это очень важно. Никогда не сомневался. Да ну! Пока боги не подобреют. Долго ждать придется. Нет, это они просто нас ждут.